Два пульта управления, мощный двигатель и полная автономность. В новосибирском метрополитене показали приобретенную на днях чудо-машину для ремонта станций и тоннелей. Автоматриса отечественного производства пришла на смену старым дрезинам 50-х годов выпуска. Тему продолжит Александр Могилин. Масса дрезины 22 тонны, то есть ее меньше бросает на стыках, на стрелочных переводах. Вообще, по сравнению со старыми дрезинами, можно сказать, иномарка. Евгений Разуев раньше такими машинами не управлял. Новую автоматрису привезли в метродепо совсем недавно, но знакомство с ремонтной техникой не заняло много времени. От машиниста требуется только внимание и правильный порядок действий. Остальное возьмет на себя умная электроника. Все это электронное, как рычаг, так и эта ручка. Ну, практически ни тросов, ничего нет. Ну, вспомогательные кнопки – это отопление, подсветка лестниц, моторный отсек. Стоимость дрезины отечественного производства – 10 миллионов рублей. В метрополитене уверены, затраты окупятся быстро. Вот данная дрезина предназначена для обслуживания верхнего свода тоннеля и станций, что стало проблемой у нас в связи с моральным устарением предыдущего аналога, который был выпущен в 50-м году. Поэтому было принято решение заменить ее на более современную. Ремонтные работы на разных станциях и перегонах новосибирской подземки ведут каждую ночь. Поэтому важно, чтобы техника была еще и выносливой. Работа новой автоматрисы полностью автономна. Ее передвижение по рельсам и работу вот этой платформы полностью контролирует мощный дизельный двигатель. Очень удобно работать ночью на станциях метрополитена и в тоннелях. А машинистам помогут не один, а сразу два пульта управления. В старых дрезинах мы ехали лицом вперед, когда назад надо было просто оборачиваться, то есть человек сидел в полусогнутом состоянии. Теперь вперед и назад можно ехать без оглядки. Со временем в новосибирском метро планируют полностью обновить парк ремонтной техники. Слишком уж много здесь старых машин, которые уже давно можно было списать. Александр Могилин, Артем Валевич, новости ОТС.